Всех приветствую, восстанавливаем головки. На данном этапе у нас две головки ставрии. Поварили их аргоном. Все каналы посъедало чудо тосолом. И сейчас будем ставить на проточку, чтобы выровнять поверхность. Устанавливаем головку и закрепляем в специальной станине. Здесь у нас масса отверстий под разные типы головок. Затянем ее хорошенько, выставляем и будем проходить. Так, ну что, первую головку прошли, осталась теперь вторая, снимем всю эту сварку и головка будет готова. После нескольких проходов снова приходится подварить, потому как у нас вот ямка есть, а сюда ставится как раз кольцо на прокладке. Будет пробивать. Сейчас снова подвариваем и ставим 5 на проточку. В общем, работы непочатый край. Перед сваркой нагреваем резаком головку. Сто двадцать девять, двести двадцать. В разных местах разная температура. 165, 258, 180. С помощью алюминиевого припоя наплавляем проблемные места и отправим снова
на шлифовку. Вот мы наварили. В общем, решили не утомлять вас бесконечными проходами. И так уже все понятно. Покажем уже конечный результат, когда у нас головка будет готова. Финиш нашего трудового процесса. Немного устали от всех этих работ, но результата добились. Все, теперь дело за малым. Собрать и установить на автомобиль.